Вы сказали, что у Путина, цитирую, по отношению к Украине синдром брошенного любовника. Да. Очень точная характеристика, правда? Ну, это вы сказали. Я же не могу себя оценивать, да. Какие три вещи нужно сделать Украине, чтобы прекратилась война с Россией? Вот три главные вещи, на ваш взгляд. Есть только одна вещь, и может ее сделать не Украина, а Господь Бог. Владимир Владимирович Путин должен уйти от власти. Тогда прекратится война. То есть при Путине у власти не в России война никогда не прекратится? Нет, не прекратится, потому что для Путина это болевая точка. И он ни в коем случае не прекратит апеллировать к этой болевой точке. И Соединенные Штаты ничего не могут с Путиным сделать, чтобы он отцепился от Украины. А что они могут сделать? Атомную бомбардировку? Нет, убрать SWIFT, прекратить торговать самолетами Boeing и так далее. Есть огромный арсенал действий. Смотрите. Я пытаюсь всем объяснить. В России же ничего не производится. Да, к сожалению, не очень успешно. То санкции вводились не в связи с Украиной. Они вводились, потому что Россия нарушила правила игры в Европе. То есть Украина, по большому счету, извините, что я так говорю здесь в украинском эфире, Западу пофигу. Западу важно, чтобы Россия не нарушала правила игры. И Путин это понимает. Поэтому пока он жив, ничего не изменится. Нужны принципиальные решения о том, что конфликт с Украиной нужно прекратить.